что тут движуха как в Вьетнаме. После багика можно во Вьетнам смело ехать. Не пропустит или пропустит? Ну ладно, не пропускает. Приезжайте. Главное никого не задавить. То есть в Вьетнаме движение еще похуже, так что это чисто так, подготовочка. Там тоже так дороги перебегают, тележки, ну по видео, я-то ни разу не был. Так что вот так вот, люди бегают туда-сюда. Вот это у меня мечта в Вьетнам съездить, там на мотике покатать, хотя бы Альфу там купить. Ну такая легко воплощаемая мечта, сколько это стоит, ну, 500 баксов, а там, наверное, на еще дешевле, не пойму, видео идет, пишет, вроде бы. Отвлекаюсь на видосик, камеру поправил, херово было, да, идет, так, ладно, хватит уже тут в заднице смотреть. Пропустите дядю Васю. И музычка такая хорошо. Параноид. Можно я проеду? Спасибо. Упс. Что-то меня маленькая скорость была положила. Я здесь, аккуратно. Спасибо. Еще и по зеркалам смотрю, кто там будет ехать. Хотя кто его знает, может там такой еще бешеный. Такое озерцо здесь, уточки, собачки, рыбка есть, люди рыбу ловят. Иногда, сейчас нет. Посмотри на него. Наш свет горит, все. Я не знаю. Еще и поднял лучше, светил. Спасибо. Спасибо.
наши пробки. Лучше чинухами ездить. Поприятнее, как будто у себя в деревне. И дороги такие же. Сколько у вас будет? Харе, хватит. Выключайте там светофор. Да, конечно, можно подинамичнее полетать, но это глупо, блин. Лететь как бешено, вот тут, блин, по этим улицам, блин, это не выглядит как красиво, это выглядит как тупо, когда ты летаешь как шизанутый. Там, где вообще никто не ожидает, что ты появишься. Наркологичка. Все, наверное, ее знают, кто водительская. Ну, не все, но многие, кто в Харькове получал водительское. О, а тут бабушка стоит. Вот что, у нее инфаркт получится, если я поеду. Наверное, я подожду, пока она перейдет. Я-то проеду ее и не зацеплю нормально. Но лучше не надо этого делать. Ну все, я думаю, она спустится. Только не спешите, я нормально все съезжаю, да. Не бойтесь. Работают профессионалы. Сюда поеду, как раз там сейчас зеленый будет. Пора поворотники ручные включать. Пешеходный переход, водичка. Успеем, не успеем, мы если... Давай. Чего, блядь, стоим? Так, я успеть хочу. Вроде что-то непонятно спят. Успели на красный. И щелочки нет. Thank you.
очково мне, короче, вправо-влево, влево-вправо. Ай, поворачивает, давай. Ездил давненько, наверное, неделю или больше. Да, заторы тут знатные. Спасибо. Ага, а я пролезу. Мне можно, я узкий. Можно я сюда влезу? Я здесь. И я здесь, и вы здесь. Все мы здесь. Люди, братья, мы седьмая вода. Поехали, давай, ты проходишь. Я бы такой бы на пешеходку выехал, но это будет вообще жестоко. Демон. Вот так вот и потрещал на видео. Ну, я думаю, оно уже не пишет. Не, еще пишет. Еще не закончилась память. Хотя что там стоят, я не пойму. А, поворачивает кто-то. Влезть не впихнуться не может. Путя меняет. Чувак как раз направо и не пролезет. И тут стрелка. На путя никто не заехал. Mm.